Всем привет, с вами я, Цитрусон 974. И сегодня у нас снова битва за Нейборвиль. Да, все мы ближе подходим к зомби-колдуну. И глядите, сегодня у меня целых 35 лампочек. Я их уже буквально целую неделю я их зарабатывал, ну, с прошлого видео. Ну не неделю, конечно, раньше было прошлое видео, но тем не менее, я довыполнил квесты на Грохострела. Вот, я все выполнил. Я каждый день, почти каждый выполнял вот эти ежедневные испытания. Плюс я еще для радужных звезд выполнил еженедельные испытания. 3 штуки. Плюс еще за опыт получал призовые лампочки. И вот у меня за все накопилось целых 35 штук. И да, у нас сегодня уже 99-я серия или видео, ну, как кому удобнее. В общем, у нас сегодня 99-я серия по битве за Нейборвиль. И мне кажется, это не случайно, потому что как раз 100-я будет по уже зомби-колдуну. Именно в 100-й серии мы его откроем. И до следующей серии я постараюсь накопить. Ну, точнее, я выпущу следующую серию, когда накоплю. Ну, а давайте пока потратим наши 35. Так, мы двигаемся в эту сторону. Что-то типа монокля на дубе. Дом для скаутов. Но это все один и тот же набор. Так, и нам нужно идти, да, в эту сторону. Золотце. У нас фраза. Не знаю, где ее можно применить, но пускай будет. Потому что она приближает нас к колдуну. Хватит. Вот это уже поинтереснее на самом деле. Где-нибудь да применить можно. Так, дальше у нас на пирата какая-то странная шапка. Морской котик. Редкая. Может быть, цвет меняет. Так, теперь у нас горшочек с золотом за 3 лампочки. И уже осталось 12. И тоже называется золотце. Так, это у нас кулаки, руки какие-то. Непонятные, страшные. Исполнители желаний. Не, это исполнители каких-то плохих желаний. Так, и нам нужно идти в эту сторону. Хотя, можно потратить 3 лампочки и 50 звезд получить. Так, сколько там уже дамага? Вот он, колдун уже. Это как мало получается. Еще одна неделя и 2 дня. Мы точно успеем. Так, но тем не менее, пока что у нас вот эти вот... Вот это гнездышко на зубастика. Братское гнездо. И давайте все-таки властелина штанов приобретем. Назад. А, все, лампочки кончились. А, ладно, поехали дальше. Давайте, и сегодня я по идее... Да, только через 6 часов могу открыть новые квесты и последние на Цитрона. Поэтому сегодня будем играть, ну, сейчас случайным образом как-нибудь выберу. Ну и давайте в еженедельное событие Garden Warfare поиграем. Я там, конечно, уже играл, но я играл без микрофона, выполнял квесты на гороха. Так, не надо мне тут в уши и на запись говорить. Ага, это меня дублирует. Понятно. Так, что у меня зависло? Я правильно понял? Хорошо, перезапустим. Итак, мне пришлось, как вы видите, перезапустить игру. Да, там все зависло. Только какой-то микрофон меня дублировал. Так, ну и сейчас мы снова поедем в наш еженедельный режим, которому остался всего один день. И да, я хотел сказать, что я уже это записал за гороха, но без микрофона, и это когда-нибудь выйдет на втором канале. Вот да, кстати, сейчас по аннотации, по подсказке в углу, посмотрите еще. Вдруг вы еще не подписаны на мой второй канал, хотя на стриме, кажется, уже об этом все узнали. Так, я, кажется, я туда нажал вообще. Вдруг я нажал на захват газона в привычке. И да, на самом деле, как только я записал предыдущее видео, я понял, что гороха мне как раз надо было играть именно в этом режиме, а не в захвате газона. Ну, я это, собственно, потом так и сделал.
но как бы уже было поздно, и с микрофоном я записал именно захват газона. Так, чё, людей нету, что ли, уже? Все квесты выполнили и ушли в старый добрый захват газона? Так, какой-то матч нашелся все-таки. Скалистые равнины. Так, сейчас проверим, есть ли люди или нет. Так, матч не начался, значит, скорее всего, людей нету. Но вдруг нам повезет. Так, я хочу за Чомпера попробовать поиграть. И да, кроме меня еще один только игрок, еще двоих ждать я не хочу. Поэтому выходим в беспечный парк и поиграем за кого-нибудь в захвате газона нашим любимым. Так, беспечный парк загрузился. Да, я как-то уже летом, я снежный зубастик как-то странно выгляжу на самом деле. Поэтому, может, не за зубастика будем играть за кого-то еще. Так, захват газона. И побежали. Так, матч нашелся, конечно же, сразу. Уже где-где в захвате газона люди есть. Мой микрофон, кстати, проявился. Наши любимые смолистые гектары. Но тут всего несколько карт. Может, сейчас вообще за зомби бросит. Нет, за растений. Так. За подсолнуха или за зубастика. Ну, я подсолнухом давно нормально не играл, поэтому давайте подсолнухом. Так, по внешнему виду у нас ничего на него нету больше, кроме этой тиары снежной принцессы. Нету вроде. Ну, поехали. Сегодня у нас подсолнух, все-таки, а не зубастик. Я так решил, так и будет. Так, кактуса убили, поехали кактуса сразу ревайвить. Почему бы и нет? Нет, ой, зомбик меня сейчас тоже добьет, как только что добил кактуса. Но нет, я ему не дам этого сделать. Промазал. Так, все, Сёгун Страж у нас тут еще один. И нет, все-таки меня добили. Добил меня этот элитный Зембо. И что это за звук? Это наушники мои виноваты или что? Нет, это была виновата игра, потому что я зареспаунился. И звук этот пропал. Ну, вы тоже, вероятно, слышали, значит. Так, ой, у нас как-то стремительно все захватили. Так, я почти добил. Так. Так, мне нанесли урон, но ничего. Так, все, меня со всех сторон, с двух сторон, с помощью колдунов меня добили. Ух ты, полный сервер игроков. Здорово. Так, у нас уже все, последняя стадия. Как-то быстро. Так, остановить груз. А потом не дать им взорвать, поднести бомбы, точнее, к нашей зефирной пушке. Так, ну я залезу сюда куда-нибудь. Так, я уже забыл, как сюда залезать. Нет, неправильно. Я все делаю неправильно. Нет, я хочу обратно наверх. И здесь, кажется, где-то горшок можно было подставить, да. Поставим здесь мой любимый взрывной грибочек. Так, надо ревайвнуть кукурузу. Так, хотя, пока я пытался ревайвнуть кукурузу, меня добили. Ладно, у меня вообще всего лишь одно истребление. Непорядок. Так, побежали дальше пытаться что-то делать. Зомби много, у них много колдунов, поэтому мы, вероятно, проиграем. Но, может быть, еще выиграем. Так, ладно, там вон солдатик с бомбой прыгает. Так, куда он там? А, его добили, что ли, или нет? Так, до свидания.
Так, кого полечить? Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Так, кто здесь еще? Так, колдуна добили. Этого зомби тоже добили. Так, там кто-то взял бомбу. Ай. Полстар. Так, надо спрятаться. А тут полстар. Так, я уже не знаю, в какую сторону я бегу, что я делаю. Так, кто тут где? Меня никто не добьет, пока я карту сливаю. Нет. Хотя там уже солдатик пришел, я пирата видел. Тут вообще народу много. Ладно, куда лучше не соваться. Так, не нанес ты мне урона. Но все же ты меня добил. Так, у меня цель 50 очков. Я, видимо, кого-то добил с бомбой. Или около бомбы. И два истребления у меня всего лишь пока. Ладно, побежали защищаться дальше. Пока еще ни одной бомбы не дотащили. Такими темпами сейчас матч быстро кончится. Придется еще один играть. Так, ладно, тут добили ночную шляпку. Надо аккуратно, спрятавшись за камнем, ревайвнуть. Ревайвнули, побежали дальше. Я пока буквально только ревайвнусь. Так, кому-то я там урон нанес, но и на самом деле на этом все закончилось. Так, это кто, дрон, что ли? Да, добили. Попугая этого. Так, я хочу полечить тебя. Так, ну, полечить не удалось, значит, ревайвли. Так. Так, еще ученый приперся. Так, почти добил, но добил не я. Так, ладно, ладно, ладно. Не дали ревайвнуть, все-таки добили. Так. А у нас тут карту с дрона пускает, ладно. Так, пока только одну бомбу дотащили. Еще вторую бомбу дотащили. Не, так не пойдет. Пойдемте отбиваться. Непорядок. Сейчас еще бомбу принесли. Не, это не порядок. Так, посадим здесь гриба какого-нибудь первого попавшегося. Моего грибочка добили, посадим горохострела какого-то. Так, я получил призовую лампочку. Хорошо, значит, мы сможем под конец открыть все-таки эти 50 радужных звезд. Так, давай лечись. Неси бомбу к нам. Не надо нам бомбы здесь. Вон у нас All-Star еще бомбу здесь несет. Так, хорошо, горохострел добил, мы ему помогли. Так, мелкий зомбак. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успел убежать, я что-то посадил, даже сам не знаю что. Вроде обычного горохостряла, и его добили. Да. Так, либо полторы минуты, либо они дотащат бомбу. Что же произойдет раньше? Так. Вроде пока дотащить не могут. Так, солдат. Так, добили. Так, вон там кто-то тащит бомбу. Гороха добили, ревайвнем. Эх, почти добил Зембу, но его кто-то добил, помог мне добить. Так, у меня уже 5 истреблений и 100 очков по цели. Так, побежали дальше. Там, кажется, бомбу опять близко притащили. Две бомбы близко. Ах, еще бомбу дотащили. Непорядок. Так, добили. Так, гороха добили, ревайвнем. Так, от меня как бы сейчас волшебник этот снаряд не долетел.
Ха, он даже ракетами по мне не попал. Так. Так, используем вот так. Ах, еще бомбу притащили. Как все ужасно. Одна... Ой, все, мы проиграли. Это была последняя, 6-я. Жаль. Сколько у нас записи идет? 17 минут. Ну, давайте еще немножко в беспечном парке в таком случае пробежимся. Заодно потратим эти 3 лампочки. Вы проиграли. Так, давайте, дайте мне мои монеты, я выйду в беспечный парк. А то так без монет выходить, это как-то неправильно. А, ну да, на лидеров еще надо посмотреть. И да, я лучше по девайвам. Как, собственно, и ожидалось. Так, что у меня тут есть? Какие эмоции? Да, какой-то вот этот звук, он на самом деле не очень. Ладно, я лидер команды, я это знаю, поэтому выходим. Так, беспечный парк, грузить во второй раз. Ну а если быть правильным, в четвертый, потому что я же еще сначала просто зашел, потом перезашел. Так, все, мы в беспечном парке. Побежали к буйному. Привет, буйный. Продай мне властелин штанов фразу. И 50 радужных звездочек бесплатно мне отдай. Как своему частому покупателю. Да, спасибо. Так, теперь мне еще осталось 3, 6, 11, 14, 21. Так, 24, 29, 36. 56 лампочек мне осталось. Да, достаточно много. Но ничего, надеюсь, я за эту неделю успею накопить. А может быть, еще как зимой опять Рокс выдаст 50 лампочек. Хотя не надо на это надеяться, потому что вроде в последнее время этого уже не было. Но проверим. Так, ух ты, тут какая баталия жесткая. Так, тут имп вылез из робота. Так, и меня сейчас, кажется, добьют. Так, добили инженера, хорошо. Так, там еще солдатик. Тоже добили. Так, астронавт. И имп. Но всех добили. Так, кто-то там умер, но ревайвнуть не успел. Человек уже встал. Так, бота добили. Так, давай я тебе доп здоровья налечу. Так, там ученый у нас сидит. И еще колдун. У нас там много всех. Так, это у нас... Ой, я зря сюда приперся, я уже понял. Так, у нас тут еще уже какой-то колдун на бошку влез. Так, и нужно истребить вражеского героя, и доступна будет охота. Так, я давай тебя полечу. Так, хорошо, добили. Я могу отправиться на охоту, но я подсохну. Мне это как бы не особо удобно делать. Так, это откуда? Это сзади. Астронавт. Ох, 100 урона мне почти снес. Ой, я от тебя улетел. Смогу здесь спокойно полечиться. Ой, здрасте. Так, дайте я сбегу, а. Нет, не дали мне сбежать. Так, давайте опять я еще раз, еще два раза сдохну. И тогда закончим. Так, побежали, бегом. Там охота на кого объявлена? Или никто не смог поучаствовать в охоте? Так. Так.
Здрасте. До свидания. Драконий дев добил. Так, у нас здесь еще куча народу. Так, ой-ой-ой-ой-ой, нет, не надо мне оглушение. Мне и так хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Астронав все-таки меня добил. Да, к сожалению, здесь нельзя на тап посмотреть истребление, как в Garden of Fire 2 или как здесь в мультиплеере. Да, жалко. Так, астронав, я вернусь и тебя добью. Где ты тут? Так, золотые мишеньки всегда нужны. Так, здесь, кажется, кто-то был. Ой, здрасте. Ой, до свидания. Дайте, я сбегу. Дайте мне сбежать по-тихому. Так. Так, я сбежал, хорошо. Ой, тут слишком много всех. Еще Зэмб пришел. Так, ну еще раз я сдохну и закончим. Поэтому на этот раз надо быть аккуратным. Сказать, последняя жизнь в этом видео. Так. И уже сразу же чуть не свалился Валджима. Такс. Так. Сразу раскидаю звездочки, чтобы, если чё, чё сразу лечиться. Так, вроде кому-то урон наношу, а это самое главное здесь. Так, вот прям я стреляю все время, кому-то попадаю. Так, эй, добили. Да, с общими усилиями. Оба ученых. Ну все. Давайте заканчивать. Сейчас я выбегу из этой зоны около начала беспечного парка. Ну что ж, с вами был я, Цитрус0974. Подписывайтесь на этот канал, на второй канал, ссылка на него в описании, на группу ВКонтакте, ставьте лайки, ну и в общем, всем счастья и всем пока!